Зимуют с комфортом. Воспитанники и питомцы детско-юношеской конно-спортивной школы республики занимаются и в морозы. Сейчас тренировки проходят даже при минус 25 градусах. Высококлассное снаряжение, обилие корма, оздоровительные процедуры и даже солярий. Для полного счастья лошадям не хватает только пространства. В этом убедилась Таисия Шляхтина. Настя Степанова и ее любимый орловский рысак «Сокол» готовятся к очередной тренировке. После чистки на лошадь спортсменка обязательно надевает теплую попону и только потом уздечку. Ждем, пока все почистятся, поседлаются и стараемся кучкой выходить, чтобы выйти и сразу дверь закрыть. А то если вот так вот открывать-закрывать, там холод зайдет, лошади мерзнут. Работай, рысь. Локти прижимай. Хорошо. Постановление внутреннее не забывай при поворотах. Основные упражнения дуэт сегодня отрабатывает на открытом манеже. Работают без седла. Так говорят, теплее и лошади, и наезднику. Тандем человека и рысака готовится к летним соревнованиям. Причем зимой работает не менее усердно. Дети, спортсмены, видимо, притягивают любовь к лошадям. Все равно они бегут со школы, голодные, холодные, но все равно бегут заниматься. Кстати, зимой за лошадьми особый уход. Поят их теплой водой, а рацион расширяют. Чтобы поддерживать температуру тела животных, кормить их приходится аж 6 раз. Обычно зимой лошади обрастают густой шерстью, но эти спортсмены, а потому шерстяной покров у них не такой большой. Тогда в зиму спасают теплые попоны, обильный корм и даже солярий. Согреваться под специальными лампами верховые начали 3 года назад. Тогда же школа приобрела специальный ингалятор. Зимой лошадки часто болеют, а потому им, как и людям, периодически нужно дышать полезным воздухом. И вот где-то минут 10-15 она стоит, дышит. Впрочем, все не так гладко. Зимой ученики школы особенно остро чувствуют, что такое теснота. Помимо спортсменов, здесь занимается адаптивная группа. Так называемая ипотерапия с каждым годом пользуется все большим спросом. Сейчас ее посещают 6 человек. По технике безопасности заниматься вместе с другими детьми им нельзя. Но в морозы возможности разделить 2 группы у школы нет. В распоряжении всего 1 крытый манеж. Мы с вами вот видели конкурсное поле 60 на 100 и вот этот маленький манеж. А 80 человек детей, вы представьте себе, особенно в холодную погоду, особенно когда гололед и грязь, то заниматься совершенно негде. Поэтому мы требуем и просим, и все спортсмены просят дополнительные площади, вот которые манеж строится с помощью спонсоров для инвалидов, хотя бы его. И сейчас идет работа по оформлению земли для крытого большого спортивного манежа. Только за прошлый год воспитанники конно-спортивной школы завоевали 12 золотых медалей. Выиграли маршрут «Золотой тур» в международных детских соревнованиях. Впрочем, спортсмены способны на большее, уверен руководитель учреждения. И чтобы раскрыть весь их потенциал, необходимо расширяться. Таисия Шляхтина, Олег Костромин, телеканал «Юрган».